Здравствуйте. В следующем году цены на основные продукты могут обогнать инфляцию. Как пишет «Известия» со ссылкой на расчеты аналитического центра при правительстве, вслед за повышением НДС в 2019 году хлеб, яйцо, свинина, молоко и сахар подорожают на 4,11%. Так, цены на молоко и хлеб вырастут на 6%, на свинину и яйцо больше, чем на 4%. При этом речь идет о социально значимых товарах, на которые установлен льготный НДС в 10%. Его размер в следующем году не изменится. Но из-за повышения налога затраты на производство товаров увеличатся, а это неизбежно скажется на стоимости. Добавлю, инфляция в России в 2019 году прогнозируется на уровне 4,3%. Магазинские говяжьи котлеты не прошли проверку на качество и безопасность. Эксперты Росконтроля исследовали готовые говяжьи котлеты 7 брендов. В котлетах Лошкарев, МЛМ, Мираторг каждый день крутим-лепим содержатся антибиотики. По словам специалистов, производители не соблюдали правила использования ветеринарных препаратов. В котлетах Черный бык, Морозко, МЛМ каждый день и крутим-лепим обнаружили листерии. Также в котлетах Лошкарев нашли соевую муку и соевый белок, а в образцах Морозко и крутим-лепим – ДНК свиньи. Участников «Черной пятницы» проверят на честность. Как рассказали в Ассоциации интернет-торговли, впервые за онлайн-магазинами будут следить с помощью роботов. Они проконтролируют, чтобы продавцы не завышали цены перед распродажей и не привлекали клиентов искусственными скидками. У нарушителей начнут снимать товары с распродажи. За несколько проступков компанию могут исключить из акции. Всего в этом году «Черная пятница» продлится до воскресенья. По прогнозам, в ней примут участие более 5000 компаний по всей стране. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. При этом, как показало исследование Mail.ru Research и Юлы, в «Черную пятницу» многие совершают покупки импульсивно. Две трети покупателей становятся владельцами ненужной вещи. Мужчины чаще всего необдуманно покупают электронику и одежду, женщины – одежду, косметику и украшения. На организацию рождественского фестиваля «Света» в Перми потратят свыше 4 миллионов рублей. Центр по реализации проектов в сфере культуры объявил конкурс на техническое сопровождение мероприятия. Речь идет об организации видеопроекции на фасад здания театра «Театра». Как указано в техническом задании, 7 января необходимо организовать не менее 4 показов шоу по 5 минут каждый. Максимальная цена контракта – 4 миллиона 300 тысяч рублей. Заявки будут рассмотрены 3 декабря. Курсы валют на 24 ноября: доллар 65 рублей 66 копеек, евро 74 рубля 93 копейки. На этом у меня все. Удачи в делах!